Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». Сегодня подробно будем говорить о международной обстановке. Вместе с нами в студии член Совета Федерации от Рязанской области, одна из самых наиболее медийно узнаваемых персон российской внешней политики, Игорь Морозов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с того, что уже, собственно говоря, всем известно. Россия вновь не смогла найти общий язык с парламентской ассамблеей Совета Европы. Точнее, это парламентская ассамблея Совета Европы не смогла найти общий язык с нашей страной, с нашими парламентариями. Вы были в Страсбурге, были очевидцем и непосредственным участником тех процессов, которые там происходили. И вот, Игорь Николаевич, ваше впечатление, ваше видение, как вот это все получилось, и к чему все это может привести как для Европы, так и для нас? Жень, я бы сказал немножко по-другому. На сегодняшний день в парламентской ассамблее Совета Европы настолько сильны антироссийские настроения, которые задаются группой небольших национальных делегаций, но полностью находящихся на содержании финансирования США, что атмосфера, она не предполагает к нормальному, конструктивному парламентскому диалогу. Кроме этого, сама Анна Броссер, президент парламентской ассамблеи, настроена также негативно к нашей стране, и мы понимаем, что она реальный агент американского влияния на европейском направлении. Она фактически своей работой поставила на грань кризиса и краха всю парламентскую ассамблею. Потому что ведь главная задача парламентской ассамблеи – быть площадкой для общеевропейского парламентского диалога, в ходе которого могли решаться самые насущные, самые кардинальные, самые конфликтные вопросы. И они реально есть. Мы были готовы объяснять всем российские внешнеполитические приоритеты, российские позиции по Крыму, по Юго-Востоку. Мы хотели обсудить вообще, но я скажу, абсурдность индивидуальных парламентских санкций. Фактически это внесудебная расправа над публичными политиками, под которым не стоит вообще никакая законодательная база, ни устав ООН, ни устав Евросоюза, ни устав Совета Европы. На основании чего Евросоюз вводит индивидуальные санкции, а секторальные вне решения Совета Безопасности ООН. И вот такая атмосфера в Совете Европы возникла, ну, фактически в период украинского кризиса, еще до Майдана. Мы это ощущали, но тогда украинская делегация была вместе с нами, и мы отстаивали ее права. Мы говорили о том, что раз на Украине такая ситуация, давайте мы будем слушать и слышать, что говорят нам украинские парламентарии. В первую очередь, что надвигается вооруженный антиконституционный переворот. Надвигается угроза основам демократии в одной из восточноевропейских государств – Украине. Давайте это решать. И в январе прошлого года была принята резолюция в отношении Украины, которая фактически дала карт-бланш на этот вооруженный переворот. А теперь Обама заявил о том, что они участвовали в этом перевороте, они его финансировали, организовывали. И то, что раньше скрывалось, теперь все, маски сорваны. И вот в рамках вот этой нездоровой политической атмосферы в ПАСЕ и, в общем-то, создалась такая обстановка, когда нам было очень сложно работать и противостоять вот этой антироссийской риторике, которая фактически велась только по улице с односторонним движением. Нам право голоса не дали, мы не могли выступать, мы не могли говорить. Только в первые два дня, когда не были наложены вот эти ограничения, мы могли спокойно разговаривать в комитетах.
И мне очень легко было говорить и по Крыму, и по Савченко, и по всем претензиям, которые нам выдвигала украинская сторона. Но то, что произошло потом, и все об этом знают по телевизионным политическим программам. Я вот что хочу сказать. Вот, насколько я понимаю, да, большинство ПАСЕ как бы выступило, что называется, против России. Да, но это большинство не подавляющее. Да. То есть, очень много людей в той же парламентской ассамблее, которые призывали к другим решениям, конечно, в отношении России. Я скажу так. Мы проиграли в комитете по мониторингу, то есть там, где формировался доклад по России. И проиграли всего один голос. 34 на 35. И если бы этого не произошло, то результат на пленарном заседании был бы совершенно иной. Вот следует ли из этого понимать, что европейское представление как бы о, скажем так, России и ее участии сейчас в событиях на Украине, оно не однозначно, далеко конечно, не однозначно? Я думаю, что за последние полгода поменялось видение того, что происходит реально на Украине в сознании европейцев. Они видят, что там действительно произошел вооруженный переворот. Об этом уже никто не скрывает. Если раньше там была блокада, европейцы вообще видели Киев только в рамках Майдана как символа борьбы за демократию и свободу. А потом оказалось все по-другому. По улицам ходят фашисты, воюют с фашистскими знаками. Марши, которые проводят националисты, они носят такой факельный фашистский вариант. И они даже выстраивают с этими факелами в виде свастики. И тогда Европа просто дрогнула. И смотрите, за нас голосовали 18 европейских делегаций. Это Австрия, Швейцария, Дания, Голландия, часть Великобритании, Турция 7-2. И их могу перечислять дальше. В полном составе проголосовало, потому что эти проголосовали там часть в рамках европейской солидарности, большая часть подавляющая за нас. Азербайджан, Армения, Сербия, Черногория, Кипр 100% проголосовали за нас. Не было делегации Греции, где как раз проходили выборы, но они сейчас 100% за нас. И поэтому мы получили 64 голоса без российской делегации против 148. Но мы видим, что меняется ситуация. В прошлом году мы проиграли вообще в ноль. И мы сейчас для себя принимаем решение. А ПАСЕ нам насколько нужно? Вообще, это организация, куда мы платим большой взнос, выступает против России, на наши деньги организовывает различные мониторинговые выезды на Украину, значит, в другие регионы Европы, где к России относятся не так, как нам бы хотелось. Я имею в виду Молдавию, Грузию, Прибалтику. И составляют различные доклады, организуют конференции, форумы такого антироссийского направления. И мы говорим, а зачем? Если они нас не хотят там видеть, то мы в этом году примем окончательное решение. Это будет решение приниматься, вне всякого сомнения, высшим руководством страны. Но для нас будет совершенно очевидно, что если мы там не работаем, мы уходим на другие направления. В парламентскую ассамблею ОБСЕ, в парламентскую ассамблею стран Средиземноморья и на восточный вектор. Там, где наши позиции сильны, там, где мы работаем с Индией, с Китаем, Бразилией, с Ираном и другими странами, в общем-то, мировой экономики. Тем не менее, вот даже победа Сиризы в Греции, о которой мы сейчас так вот немножечко сказали, да, уже, по сути, здорово меняет политический ландшафт Европы. Да? И мы видим на фоне американской риторики, что к
которые допускают поставку на Украину вооружения из США, как бы, да, категорическую позицию, например, Италии, которая категорически заявляет, что это делать ни в коем случае нельзя. Угу. То есть, говорить о том, что Евросоюз занимает исключительно антироссийскую позицию, это неправильно. Не, абсолютно неправильно. Я могу добавить, что итальянская делегация вообще это самая такая очень демократическая национальная делегация, которая с нами работала, несмотря ни на какие претензии, высказываемые Европарламентом. Они нас сразу первыми из европейцев приняли после Крыма, и мы объясняли им, что произошло в Крыму и почему мы возвратили Крым после референдума, который произошел 16 марта прошлого года. Они нас первые приняли после малазийского Боинга. Они приезжали к нам неоднократно для того, чтобы иметь свое собственное представление о нашей позиции. Это парламент Франции, сенат Франции. Это, опять же, австрийцы, швейцарцы, с которыми мы находимся в постоянном контакте, в постоянном. И наши группы дружбы и взаимодействия, я думаю, что они наиболее активные и наиболее эффективные. И конструктивные. Поэтому, когда мы в ПАСЕ высказывали свою позицию, они нас поддерживали не только на кулуарном уровне, но и в комитетах, в политических группах, на пленарных заседаниях. И несмотря на результат голосования 148 против 64, Шенах, руководитель мониторингового комитета, самого основного комитета ПАСЕ, он сказал, я буду делать все, чтобы вернуть Россию в ПАСЕ. Большое спасибо вам, что во время визита в Рязань нашли время и посетили нашу телекомпанию. Игорь Морозов, член Совета Федерации, из первых уст о непростой международной обстановке. Это была программа «Подробности». До встречи в эфире.